Они спят, сладко. Друзья. Друзья, это утренний Истанбул. Скажу вам еще. Вот он. Друзья и подписчики, немножко с вами посекретничу, но хочу рассказать о туалетах по дороге в Стамбул. Все были бесплатные, к моему удивлению. А здесь вот на автовокзале в Стамбуле стоит лира. Я помню, в Грузии 2 было, даже попал 1,5, когда мы ездили на Черном, на побережье Черного моря. А сейчас вот такой сервис, все чистые туалеты. Мы втроем прошли, там автоматы. В автоматы бросаешь денежку, 1 лиру, и проходишь. Туалеты чистые, вода, мыло, бумага, все есть, без сервиса. Так что я очень довольна. Скоро мы приедем на место назначения. Ну, а потом еще у нас одна пересадка, потому что мы детей везем не в Стамбул, а за пределы Стамбула. Мы сейчас едем до Черной, а потом до нашего города. А вот и красивый Стамбул. Сразу отличается с многих городов. Друзья, мои мечты сбываются. Побывать в Стамбуле у меня было одно из моих желаний. В моей карте желаний, которые я создавала. Вот моя Ирмочка. Как ты, бабуля, проехал? Тебе понравилось путешествие? Спала на Ашке ими всю ночь. Там Мария впереди сидит. Боже, какой все-таки красивый Стамбул, могучий Стамбул. Домов строится. Сколько новостроек. Мои дорогие подписчики, меня сейчас бабуля ставит пройти мой бабулю и потом сама уезжает. Ну и всем пока-пока. Мои дорогие подписчики. Громче. Всем привет, друзья мои! И вот новое видео с места нового проживания моих внуков. Мари, видите, игрушек очень много уже. Ирмочка сидит. Мари, как спалось на новом месте? Ок. Ок. Нормально. А ты как спала? Очень хорошо. Очень хорошо она спала, столько у нее здесь бабушек. Мультики включила, ты мультики смотрела. Деми, ты как спал, бабуля? Вот, на новой такой кровати большой они спали. У них такая кровать здесь. Друзья мои, наконец-то мы на новом месте. Побудем еще, наверное,
несколько дней, потом мы отправимся в путь. Доехали мы, очень долго ехали, конечно, устали с детьми. Но дети хорошо спали, я сидела, наверное, на одной ноге. Автобус был переполнен, и дети были с нами. Я считаю, что они хорошо себя вели. Приехали, погода здесь хорошая, вечерами здесь прохладно, это в другом месте совсем, за Стамбулом. 2 часа от Стамбула этот город находится, маленький городок. Нас встретили хорошо, мы покушали, потом, значит, мы легли спать. Дети пошли гулять, бабушка, она их повела, все им купила, игрушек накупила, еды там полно всего. Мы тоже с мужем вечером прогулялись по этому городу, вспомнили, как мы познакомились, где мы познакомились, и пришли домой и легли спать. Утром сегодня у Мари началась школа, но мы не могли никак зайти в систему, но мы сейчас, она учит стишок, и надеюсь, что в течение дня пароль нам пришлют, и мы сможем зайти в ее кабинет, именно завтра утром будем уже в школе, онлайн-школе. Но и завтра утром мы, наверное, уже поедем. Сегодня нас еще попросили, чтобы мы остались. И вот как-то так, друзья мои. Я так спала хорошо сегодня, в такой красивой кровати спала, как будто где-то в гостинице находилась. Да, скоро, конечно, будем расставаться с нашими детками. Не хочется, но другого выхода нет. Им здесь точно будет очень хорошо, я уверена, их здесь очень любят. Здесь только бабушек у них. Так что вот такие вот у нас новости. Anladım abi, evet doğrudur abi. Çok oldu oraya, ben gitmiyorum ya. Vallahi ya, ben abi koşturuyoruz hep aynı işte. Taksicilik oynuyoruz ya. Сегодня мы кайфуем. Посмотрите, какая красота нам принесли. Вот это очень вкусно, это очень вкусно. И вот это. Обалденная еда. Обалденная еда, друзья мои. Приятного нам аппетита. Покушали мы пиде, пиццу. И сейчас идем. Куда-то идем. Красивое место хотят нам показать. Это Кырк-Ларели, господи, столь выговорить трудно. Красивое место, говорит, какое-то. Посмотрите, оказывается, какое-то красивое место. Говорят, эту воду надо выпить, и тогда влюбишься. Правильно говорят? Мы напились водицы и идем. Мои внуки довольны. Бабушка вторая их балует всем. Видите, как она в грязное платье такое встала? Хрюся ты, моя бабулина. А вот и моя Мари. Я спрыгнула с этого. Это. А это вторая часть. Катайся. Вот такая здесь своеобразная красота. Гамак. Мари покатается. Мари, ты была здесь, да, раньше? Нет, нет. Да-да-да-да, она была. Смотрите! Киса, да. Мы уже возвращаемся. Посидели, вот. Покушали еще. Посмотрите, дети на меня. Наигрались. Идем. Ура, я бульвар еще. Бабуля пока не бульвар. Я будет бульвар. Ура, вот такие красивые бульвар. Места есть в Турции. Оно очень мокрое. Сейчас покажу вам, как оно называется. Хавузбаши ресторан. Мам.
мои дорогие подписчики, привет! Я сегодня просто везде была, я и гуляла, я ходила в ресторане. Ты же не одна ходила, скажи, с семьей ходила, с братьями, с семьей ходила, с братьем, с сестрой, с бабушкой. Какой бабушкой? Бабушка. Два бабушки Билли и Ашким бабушки. Нет, три бабушка, потому что нас уже Алабебу. Не треба же. У нас вообще 100 бабушек. У нас много бабушек, я не понимаю. Посмотрите, у меня красивые глаза, я похож на кошку. Я хочу кошку себе дома. Мы сейчас пойдем на работу. И потом там... Сейчас ты пойдешь домой, будешь заниматься стихами. Ну, хочу на это. Ты расскажи сейчас, где ты была сегодня, что я ты сегодня видела? В ресторане была. Кушала. Я сегодня... Что ты кушала? Пиццу? Пиццу сегодня кушала. Только пиццу кушала. И все. Еще что было? Я просто это. Жвачку жевала. Да, все купила тебе бабушка Ирма. Все, что хочешь, скажи, покупай. Играла. Все, что я хотела, то что и покупала. Мне сегодня что-то везет, и вчера везет. Ну а вот я выключаю. Всем пока-пока. Ставьте лайки. Подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.